Привет, мои дорогие, как у вас дела? Все хорошо у вас? Hi, my dear, how are you? Мерабалар такипчиларам, насылсыңыз, иемісіңіз, бен и. Сегодня у нас будет жасмин. Я поем его, конечно, до конца, а там по просьбе моей подписчицы. Надеюсь, у вас все хорошо. У меня опять этот насморк, я извиняюсь. Просто. Или аллергия на мою кошку опять началась. В общем, что-то такое. Поедим, да? Извиняюсь. Я тут насморк. Жасмин, ями жасмин, супер, просто, то, что я люблю. Вкусно. Очень.
жевать надо было долго, поэтому остановила. Прям хочется все куски покусать. Вкусно. Сухое. Мои дорогие, хочу вам сказать, для тех, кто меня смотрел не от начала моих видео, сейчас, кто смотрел от начала, все знают, и такие комментарии не пишут. То, что я глотаю, не глотаю, я вам скажу еще раз. Я еще напишу под видео для иностранцев тоже. Они тоже, потому что так говорят. Я глотаю только мел. В
чистом виде. Только сухой. Если я ем мокрый мел, я не могу его проглотить. Просто у меня... Я могу его пожевать, да, насладиться. Могу. Но у меня не получается его проглотить. Мокрый мел. Просто я не любитель мокрого мела. Вот. Глину я глотаю только светлый Туркестан и желтая украинская глина. Глотаю 100%. Остальные глины я глотаю частично. Есть глины, которые я вообще не глотаю. Чтобы вы знали, если я ем мел с той глиной, с которой я не глотаю, значит, я не буду глотать. Это вот говорят там... Подписчики набрались, теперь не глотают. Это новички, которые просто не знают. Я изначально говорила, наверное, очень много-много раз. Мои первые подписчики все это знают. И они уже как бы не пишут такие мне комментарии. Я это говорю для тех, кто не знает. Для новичков моих. Вот. Чтобы вы знали, это я... Я только мел в чистом виде. Глины, вот чуйская мне понравилась. Глины я глотаю частично, в основном. Но есть, которые я не могу глотать просто. Есть. Вот, поэтому вот как-то так. И то, что вначале набрала, потом нет. Ну, это же глупо. Конечно, если я... Возьмусь за лечение, я вообще глотать не буду. Но все равно тяга остается. Хотя бы хочется пожевать, как-то удовлетворить вот это желание. Ну, это может быть только мелоеды меня могут понять, глиноеды. Вот. Кто не ест, трудно будет понять. Есть такая тяга, к сожалению, зависимость ненормальная, да. Вот. Если я возьмусь за лечение... Чтобы не есть, то, хотя сколько раз я бралась, это все бесполезно. Временно не ем, потом опять начинается. Вот, как-то так. А так, пожалуйста, смотрите. Ну, это канал у меня, наверное, для любителей мела и любителей послушать, посмотреть, как едят мел. Многие пишут там уже... Девушка написала про мой макияж. Макияж это вообще не относится, и даже комментировать не надо его, потому что это канал не тот канал, где можно комментировать макияж. Есть каналы другие для этого. Здесь только мел. Относительно мела, глины, вы можете все говорить. Я все воспринимаю, все отвечу вам. Кому-то не нравится, когда я в мягкой форме отвечаю. Ну, в жесткой форме можно ответить, но зачем? Это же совсем не нужно, я думаю. Ну, и, наверное, людям достаточно того, чтобы понять в мягкой форме. Ну, некоторые не понимают. Я вот написала девочке ответ в мягкой форме, она ей не понравилось. Надо было, может быть, в жесткой форме написать, не знаю. Ну, вот. Как-то так, мои дорогие. Я это все напишу еще раз под видео, конечно. То, что я глотаю частично, я отвечаю тем. И вообще на видео видно, что я глотаю частично, или я глотаю полностью, или я вообще не глотаю. Это все видно на видео, просто если присмотреться. Поэтому я думаю, даже можно и не писать, когда, как я глотаю. Наглядно все. Но мел я глотаю всегда. Вообще, я изначально мелоед. Я ем уже для, опять же, моих новичков. Я ем 26 лет. И не могу от этого отвыкнуть вообще. Я как бы стремилась к тому, чтобы отвыкнуть, но у меня не получается. Вот. Глину я стала есть, наверное, последние 3 года. Как-то стала вот по чуть-чуть, и дальше больше. И вот, пожалуйста, сейчас уже... И глины покупаю. Но я их как бы... Нет.
Туркестан светлый мне понравился, я его глотаю, да, ну это прям вообще. Ну и чуйское тоже мне понравилось, поэтому частично могу его проглотить, но он тяжелее Туркестана. Туркестан как-то более легче вообще по структуре. Вот. Так что вот так, дорогие мои. Я думаю, конечно, то, что мне идет, то, что мне не идет, ну, это, наверное, как-то больше лично ко мне относится. И если кому-то не нравится, конечно, мой макияж, я ничего не могу сказать. Просто можно не смотреть, наверное, меня. Хотя я очень бы хотела, чтобы меня смотрели. Вот, ну, поменять макияж я не могу, потому что я раньше, да, делала разные макияжи. Ну, остановилась сейчас на этом, как-то, ну, попроще, да, скажем так. А то, Маша была такая, как бы так, как сделаю. Мне очень нравится Smokey Eyes, вечерний макияж нравится, а вообще, и днем, и ночью нравится вечерний макияж, как-то так. Ну, кто-то вообще не любит этого, да. И сейчас вот как-то так стало. Ну, иногда вы видите, наверное, на экране, что я могу там накраситься темные тона. Но мне нравится. И дома я всегда как бы ухоженная в основном. Но это очень редко, чтобы я была так встала и ходила не накрашенная или еще как-то нет. Я всегда люблю как бы так ходить. Но кому-то это не нравится, да, ничем не могу угодить. Поэтому вот такая вот Маша. Может быть, ваша, может, не ваша. Ну, как-то так. Поэтому всех люблю, всех уважаю, всех ценю. Каждое ваше время, которое вы уделяете для меня это очень дорого. Я благодарю вас за просмотры, за лайки ваши, за комментарии. Очень интересно читать. Ой, девчонки там мои первые подписчики заступаются за меня, бывает там отвечают другим. Большое им спасибо, большое-большое. Вот, видно, что вы относитесь ко мне очень положительно, хорошо. Я очень рада. И как-то вот так где-то в уголочке такое счастье, да, светится даже. Вот, так что спасибо вам, кто даже отвечает за меня. Большое-пребольшое. Я знаю, кто это, просто не буду произносить имена. И все знают, наверное, кто там может заступиться за меня. Так что спасибо. Вот. Я ко всем отношусь очень-очень, еще раз скажу, уважительно. К молодым девочкам вообще отношусь как к дочкам, если честно. Ну, не знаю, как-то у меня так. Такое тепло ко всем моим подписчикам. А, вот. Так что я вас люблю, ценю, уважаю. Берегите себя. И поймите тоже меня. Ну, как-то вот, как-то так. Сегодня у нас будет еще одно видео. Вчера я не смогла снять видео. Вчера пришла домой 10 часов, наверное, 10:30 было. Мы ходили покушать и уже была так сыта, но некуда было снимать видео. Как бы, ну, уже не могла. Вот. Ну, попозже я сниму еще одно видео. Это у нас уже будет по просьбе. Я выписала просьбы моих подписчиков. И вот эти просьбы я потихонечку буду уже по вашим просьбам есть мел и жевать, и не глотать, и глотать. В общем, вот так. Это все я выписала у меня там на листочке всех не просьбы. Так что все будет обязательно. Ну все, пока-пока. Teşekkür ederim takipçilerim. Ne söyledim? Hepsini altına yazacağım. Orada okuyabilirsiniz. Thank you, my dear. I love you. Целую вас. Люблю вас.